В атмосфере веселья и творчества прошел областной арт-фестиваль среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Праздник в Добром доме Орехово-Зуевский посетили воспитанники 8 детских домов и 2 детских центров. Очень много ребят, которые проявили себя с творческой стороны. Наш арт-фестиваль сейчас направлен именно на то, чтобы они себя реализовали. Потому что реализовать в городе они себя не могут. Здесь несколько добрых домов в нашей Московской области. Наши друзья, которые приезжают на все наши фестивали, они все очень творческие. Мне нравится, когда они улыбаются, когда мы дарим им радость. И я считаю, что это самое главное в нашей работе. Для участников подготовили мастер-классы – аквагрим, игровую зону, дискотеку. Наставники использовали разные виды арт-терапии. Сегодня мы с ребятами рисуем на стеклянных мольбертах. Мы рисуем мандалы на счастье, на любовь. Это стабилизирует эмоциональный фон получателей социальных услуг. Мы этим занимаемся регулярно. Настроение улучшается. Свои умения смогли показать люди разных возрастов. Пейзажи, натюрморты, дерево желаний – все это оставило след в душе участников. Огромное спасибо организатору за то, что нас пригласили. Вообще это бесподобно, это шедевр просто. Первый раз рисую, для меня это уже радость и большое удовольствие. Я природный пейзаж занимаюсь, рисую. Рисование всегда большой труд, поэтому я испытывала сосредоточенность и наслаждение от труда. Мы часто занимаемся, вот рисуем. У нас очень хорошо. Конкурс рисунков и будет специальный танец. Будут ребята выступать. Не только участники, но и их сопровождающие высоко оценили организацию арт-фестиваля. Хочу поблагодарить вас за данное мероприятие. Технику арт-терапии я использую в своих занятиях. И это самая, наверное, эффективная техника. И вот данные мероприятия раскрывают потенциал наших проживающих и очень помогает в работе психологам, социальным работникам, потому что улучшается эмоциональный фон, повышается оценка себя. Огромное вам спасибо. Победителями в конкурсе «Пленэр на траве» стали Владимир Кириллов, Добрый дом Егорьевский, Федор Стародубцев, Добрый дом Коломенский, Владимир Мочалов, Добрый дом Старая Купавна и Вера Соломатина, Добрый дом Орехово-Зуевский.